Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня у нас среда. Сходила за продуктами. Продуктов каждый раз все меньше и меньше, потому что очень много стало ходить людей. Очень много. Вы даже не представляете, сколько стало ходить людей. И все эти люди, это люди, которые приезжают с России, это иеговы, которые просят здесь, в Финляндии, убежище по вероисповеданию. Вот они тоже ходят за этими продуктами. Ну, давайте приступим. Сейчас я вам покажу и расскажу. Вот это Йоса. Два таких йогурта. Йоса. Очень вкусные. Я люблю эти йогурты. Это вот моцарелла. Такая упаковочка сыра. Это обычный Актимель. Четыре бутылочки Актимель. Это куриное филе. Сегодня надо его использовать. Это колбаска. Я как раз хотела сделать оливье. Это не обычный лавантай 9% жирности. Хотела сделать оливье, уже отварила картошку, там все на оливье. И это яйца, картошку, морковку, горошек куплен уже. Есть сметанка, ну вот только сделать оливье. Это вот такие вот, это для деток. Для деток, но я их сама люблю, и Ната моя любит. Настюша уехала вчера, ну вот Ната будет. Это, как знаете, детское пюре. Вкусное такое. Можно позавтракать ним. Это хлебушек обычный нарезной, беленький взяла. Это две штучки такие вот Kinder Milk. Вкусненькие такие штучки. Это вот здесь такие вот пару пицц и такие булочки с сыром. Укропчик. Пончики с джемом. И салат. Вот такая большая упаковка. Два апельсина и один банан. Вот это все то, что я взяла на сегодняшний день. Ну, я думаю, этого вполне достаточно, потому что снова пойду в пятницу и снова возьму. Вот. На сегодня, на завтра нам вполне достаточно. Кушать есть что, да и в морозилке у меня внучка немножко взяла там мяско и сосисок. А так у нас много всего еще в морозилке, надо все это поедать. Сейчас вам покажу платье. Платье, красивое платье для себя. Вот, видите, какое красивое платье, синее. Вот там с пайетками сверху, вот так вот красивенько сделано оно. Синий-синий красивый цвет. Мне, кстати, я никогда не думала, что мне идет синий цвет, но очень даже красивое платье вот такое вот. Оно не очень длинное, за колено. Это платье я так посмотрела, думаю, ну что же это за фирма, у нас такой фирмы нету. Потом дала дочери, она посмотрела, она говорит, это хорошая английская фирма, и называется она... Вот, Дороти Перкинс, вот написано. А сейчас я вот вам возьму в эту руку и покажу. Вот такая, вот такое вот платье, такой вот фирмы. Вот видите, 18 размер, это как раз мой, или 46. Вот сзади оно вот так вот сделано, вынято так вот сзади. Вот, нету ни разрезика, ничего. Сейчас еще впереди покажу. Вот такое платьишко себе приобрела. Очень даже довольна на лето. Думаю, может, поеду в Италию или в Украину. Оно трикотажное, обычный трикотаж, хлопок 100%. Сейчас посмотрю, здесь должен быть составчик в нем. Да, есть тут составчик. И сейчас мы его посмотрим, что здесь за составчик. Вы знаете, в этих очках я ничего и не вижу. Не знаю, может быть, вам будет видно, но на черном написано. Ничего не видно, но я так думаю, что 100% хлопок, потому что оно трикотажное и стрейчевое. Вот еще раз вам покажу его. Вот, короче, это все мои приобретения на сегодняшний день. Больше я ничего не это самое не взяла. Вот такие дела. На этом, пожалуй, все. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. У меня внучка вчера уехала, а друг ее остался, будет у меня. Мне теперь не скучно. Он мне помогает во всем. Хороший такой, ответственный. Сейчас вот убирать будет, пылесосить. После вчерашнего отъезда внучки. Она у нас такая девчонка, разбрасывает все везде.
Вот мы теперь с Сашей будем на хозяйстве. Пока-пока. До новых встреч.